Даниэла Альварадо, Хуан Карлос Гарсия, Мими Лассо, Хуан Карлос Симанкас, Розалинда Серфати, Федро Лопес, Хавьер Видал в фильме «Замуж за миллионера». В фильме также снимались Мариэла Мендоса, Элиана Лопес, Карлос Ариаса, Эстефания Лопес, Эдуардо Ороско, Уго Васкес, Мануэль Саласар, Кармен Хулио Альварес и другие. Композитор Рамула Гальегос. Оператор Уилли Балкасар. Режиссер Отто Родригес. Нет, папа. Остановись. Я выгляжу ужасно. Остановись. Мне это не нравится. Ты прекрасна. Покажи свою красивую улыбку. Давай, давай. Улыбнись. У тебя много поклонников. Каких поклонников? Видишь, ты красивая. Постой, постой. Остановись там. Все. Нет, нет, нет. Все, все. Брось шланг. Брось шланг. Нет, ты повредишь камеру. Брось шланг, говорю. Марианна, дочка, почему ты не слушаешь отца? Брось шланг. Дигито. Дигито, иди сюда, иди сюда. Брось шланг. Отстаньте от меня. Иван, тебе нужна настоящая женщина. Замолчи и принимай душ. Посмотри, что у нас на сегодня? Восточная женщина. Или, нет, не знаю, тинейджер. У тебя грязные мысли. Зачем ты так говоришь? В чем дело? Знаешь, какие мне нравятся женщины? В теле, но чтобы ничего лишнего. Отлично, крестница, повернись. Ну все, хватит. Платье сидит прекрасно. Посмотри на ноги. Кусок тряпки. В таком виде нельзя появляться на людях. Оно мне не нравится. Марианна, скажи честно, в чем ты можешь быть на пляже в такую жару? В джинсах, как зимой? И с наглухо застегнутым верхом? Это же пытка. Но оно мне не нравится. Мама Роса, оно мне не нравится. В нем нельзя обслуживать людей. Я его не надену. Не хочу. Ну, посмотри. Дорогая, такая униформа всего лишь по случаю годовщины клуба. И потом, разве дело в платье? Главное, твое поведение. Ты правильная девушка, очень добрая. Никто не будет приставать к тебе. Я знаю, знаю. Ты готова? А ты что, не видишь? Ну, что скажешь? Очень модно. Но ты могла бы немного прикрыться. У тебя такое же. Не дразни ее. Ты прекрасно выглядишь. Иди переоденься. У тебя такое же платье, такое же. Благослови, папа. Благослови тебя, Господь. Доброе утро, Дон Игнасио. Доброе утро. Только тебе могло прийти в голову развлекаться перед соревнованиями. Надеюсь, ты ходил с Софией. Привет, папа. Привет. Привет. Судя по звуку, который издала моя младшая дочь, ты ходил не с Софией. Ну вот, меня опять ругают. Нет, что ты, дорогой, я всегда была и буду на твоей стороне. Спасибо. Красавец. Спасибо. Вы прекрасно выглядите, сеньора. Спасибо, Иван. Только этого мне не хватало. Лучший друг сына охмуряет мою жену у меня на глазах. Энрике пришел? Привет, дорогая. Незачем парню, который живет в лачуге рядом с клубом, приходить сюда. Ну, во-первых, Энрике живет не в лачуге, папа. А во-вторых, район, в котором он живет, не рядом с клубом. Нет? Нет.
Откуда ты это знаешь, сеньорита? Привет, мам. Привет. Серхио. Не ты водишь Ванессу в этот район навещать этого парня? Папа, Энрике не преступник. Он мой друг. И в этом районе живут работящие люди. Еще один наполник, Марианна, хватит, наполник! Благослови вас, Господь, будьте осторожны. Идем, Марианна, подожди минутку, иди сюда. Я бы на твоем месте взяла больший размер платья. Ты такая обжора, что это на тебя не налезет. Идем, идем, благослови, мама. Благослови тебя, Господь, дорогая. Я люблю тебя. Ведите себя хорошо. Пока-пока. Будьте осторожны, девочки. Слава Богу, что Диего вернулся в интернат. Иначе мы бы с тобой не выдержали. Ты знаешь, я схожу с ума. Не могу поверить, что моя девочка такая взрослая. Она уже настоящая женщина. Это ты мне говоришь? Хосе Мигель без ума от этой девочки. Не понимаю, почему он не воспользуется шансом и не попросит ее выйти за него замуж. Мы бы успокоились, и все бы было хорошо. Нет, ты же знаешь Марианну. Она предпочитает работать, 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 учиться, учиться, зарабатывать деньги на мою операцию. Одно не мешает другому, по-моему. Я была бы рада, если бы моя дочь обратила внимание на Хосе Мигеля, потому что он хороший парень, честный, уважительный, красивый внешне и внутренне. Настоящий мужчина. Да. Даже не надейся, что я в такую жару буду париться в твоей машине, тем более посреди рынка, пока ты забираешь Энрике. София, ты снова начнешь? Нет, просто мне позвонил твой отец и предупредил, дорогой. Ты знаешь, что я не выношу этих торговцев. К тому же они смотрят на меня с такой злобой, потому что у меня есть машина и акции клуба. Успокойся, у тебя есть больше, чем это. Это правда, раз ты сам говорил об этом. У меня есть обаяние. Почему ты не откроешь машину? Что это? У меня есть то, что тебе нравится. И сегодня я вручу тебе этот приз. Да? Слушай, ты точно чокнутая, София. Оставь время для меня, потому что я планирую похитить тебя. И куда ты собираешься меня отвезти? После соревнований ты останешься со мной. И не говори «нет», потому что я вижу по твоему лицу, что ты этого хочешь. София? Perdona si te amo y si nos encontramos. Perdona si te amo y si nos encontramos. Подруга, сколько можно есть? Оставь ее. С тех пор, как ты впервые появилась у нашего прилавка, мы стали продавать намного больше. Привет, выбор. Привет, Хуани. Я бы на твоем месте попросила комиссионные и уволилась из клуба. Тогда тебе не пришлось бы убиваться, работая даже в выходные. Я бы сделала это, особенно сегодня, когда нас заставляют надевать этот безумный наряд. Мне приходится работать, потому что рано или поздно маму прооперируют, а для этого нужны деньги. Именно это и заставляет меня работать в клубе. Как будто я не знаю, сколько ты вкалываешь. Я до сих пор не понимаю, как твоя мама умудрилась упасть с лестницы. Это кажется немного странным. По крайней мере, мне. То, что произошло между Альберто и мной, было досадным инцидентом. Мы просто поспорили. Да, потом он подошел и ударил тебя. Он тебя ударил, и ты скатилась с лестницы. Энес, я не понимаю, как работящая, красивая, целеустремленная женщина, которая работала секретарем, сейчас продает пирожки и совершенно не уважает себя, и все по вине Альберто. Детка! Что? Папа, не будь смешным. Как дела? Вы идете в клуб? Я бы вас подвез, но нам с другом нужно кое-что сделать. Иначе у нас не будет денег. Я хочу поговорить с вами обеими об одном деле. Особенно с тобой, Марианна.
Но поговорим дома. Пока. Я знаю, что он тебе очень нравится, что ты любишь его как отца, но с некоторых пор он вызывает у меня неприятное ощущение. Ты о чем? Не знаю, как объяснить. Ты не заметила, что он смотрит на нас странно? Что значит странно, Мариури? Странно, как эти слюнявые старики в клубе. Мариури, ну что значит странно? Ты что, с ума сошла? Он же мой отец. Он тебя эксплуатирует, потому что ты вкалываешь всю неделю. Но не видишь этих денег. Мариури, я не хочу с тобой ссориться. Перестань говорить глупости. Да? Ты же знаешь, что отец откладывает деньги. Вернее, мы оба откладываем деньги для маминой операции. Не отец, Марианна, отчим. И будь осторожна, неизвестно, каким бизнесом занимается Альберто. Кто там? Иду, иду. Здравствуйте. Здравствуйте. Это дом Альберто Мальдонадо? Верно, но его нет. Я его жена. Значит, вы, наверное, мать Марианны. Ты дочь Альберто, не так ли, детка? Что? Спокойно, иди сюда, дорогая, иди сюда. Дерись со мной. Мне нравятся дикие, необузданные девочки, которых нужно укрощать. Послушай, наглец, ты не на ту напал. Я тебе не девочка. Отстань, дурак, животное, идиот, кретин. Спокойно, детка, спокойно. Вы друг Альберто со стройки? Я? Нет, вовсе нет. Скажем, я нечто вроде шефа Альберто. Вы его шеф? Да. Значит, у твоего мужа есть шеф. Энесс, у меня срочное дело. Мне нужно уйти, я не знаю, что делать с детьми. Не волнуйся, иди спокойно. Ведите себя хорошо. Минутку, минутку, соблюдайте порядок. Возьмите в холодильнике лимонад и идите во двор, в патио. Ведите себя хорошо, иначе я разозлюсь. Расскажи им о Пресвятой Деве. Будьте осторожны с Пресвятой Девой. Прошу прощения. Здесь, в квартале, мы помогаем друг другу. Садитесь, я принесу вам кофе. Нет, нет, не беспокойтесь, спасибо. Я пришел, чтобы оставить Альберто эту кассету. Передайте ему. Жаль, что нет Марианны. Мне бы хотелось познакомиться с ней, но ничего, познакомились в другой раз. Было приятно, сеньора? Было очень приятно. Всего хорошего. До свидания. Схожу за фасолью и быстро вернусь. Я ни на минуту не оставлю тебя с этим животным. Ладно, иди, иди. Странно, Альберто никогда не говорил, что у него есть шеф или что-то в этом роде. И странно, что он спросил про Марианну. Наглец! Отстань от Марианны, оставь ее! Оставить ее? Ну уж нет. Боже, помогите! Спокойно, детка, спокойно. Отстань от меня! Оставь ее, трус! Дерись со мной! Сейчас я тебе покажу! Я хочу тебе помочь! Подруга, не бей его! Я тебе помогаю! В чем ты мне помогаешь, идиот? Послушай, сумасшедший идиот, проваливай отсюда, проваливай, или я разобью тебе башку! Вали, вали отсюда! Хватит, прекрати! Я тебе помогаю! Спокойно. Ты в порядке? Все хорошо? Не может быть, это ты? Берите пирожки, садитесь туда и спокойно смотрите телевизор. Давай, ставь, ну скорее! Ты в порядке? Он ничего тебе не сделал? Нет, боже, нет. Что я наделала? О, нет, нет. Подожди. Ну вот. Марианна? Марианна? Что случилось, Серхио? Старик, какого черта ты стал драться с этими людьми? Этими людьми? Энрике. Этот тип хотел надругаться над ней. Я все видел. А может, он ее жених? Женихом или без него, но эта дикарка хорошо тебя отлупила. Он не жених, и она не дикарка. Эту девушку зовут Марианна. Вы слышали? Марианна! Марианна!
Марианна! Марианна, подруга! Остановись, Марианна, ну хватит! Ослица, животное, уродина! Сегодня не мой день, ну что же за невезуха-то? Ты видела? Нет, я ничего не видела. Ты видела, что я сделала? Боже праведный, как это возможно, чтобы я побила самого красивого и благородного парня, которого видела за всю мою жизнь? Почему? Подруга, он не мужчина твоей жизни. Я пыталась предупредить тебя, но ты меня не слышала. Боже, по субботам и воскресеньям я вижу его с невестой. А в будние дни? В будние? С понедельника по пятницу. Я продаю розы, гвоздики, шоколадки, то там-то здесь. А для кого? Для девиц, с которыми он встречается. Я впервые встретилась с ним лицом к лицу. Он за меня вступился, и что я сделала? Я его побила. Да, подруга, ты впрямь уникум. Почему ты смеешься? Потому что ты уникум. Над чем ты смеешься? Мне совсем не смешно, я говорю о серьезных вещах. Не смейся, мне становится еще хуже. В чем дело, Марианна? Что мне теперь делать? Учиться, получить профессию, найти хорошую работу и надеяться, что хотя бы раз в жизни этот мужчина удосужится посмотреть на меня. Что мне делать? Как изменить имидж сумасшедшей уродины? А ведь я произвела на него именно такое впечатление. Какой ужас! Боже, Серхио, что случилось? Дорогой, что с тобой произошло? Пытались угнать твою машину? Ты в порядке? София, я в порядке, машина в порядке, мы все в полном порядке, так что успокойся. Это происходит потому, что он ждет тебя на рыночной площади. Что тебе стоит стоять у двери, Энрике? София, я тоже ненавижу этот рынок. К тому же он ни в чем не виноват. Мы проезжали мимо, он увидел, что мужчина приставал к девочке и вмешался. К девочке? К девочке? Что за девочка, Серхио? Ну ладно, мы пошли. Пока-пока. Бедняжка. Не беспокойся, сейчас мы в безопасном месте. Здесь нет ни воров, ни лачуг, ни ужасных прилавков. Знаешь что, София? Я не выношу, когда ты так говоришь. Но, Серхио, это правда. Ты не видишь? Здесь все красиво. Красивые люди, пляж, солнце. Я... Успокойся, дорогой. Эти ничтожества остались там со своими мерзкими проблемами. Что у тебя с губами, София? Где вы взяли этот фильм? Там. Где там? Ну, там. Нет, нет, нет. Ну, оставьте, Донья, нас оставьте. Не зовите меня Доньей. Пожалуйста, уведи отсюда детей. Быстрее, уведи их отсюда. Нет, мы хотим посмотреть фильм, ну, пожалуйста. Мы хотим фильм посмотреть. Что это? Боже, что это? Разве она не красивая, Дон Педро? Она как кинозвезда из американского фильма. Посмотрите, как она ходит, как держится. Она такая элегантная, такая красивая. Закрой рот, ты слишком много говоришь. Дон Педро, Марианне незачем завидовать этим богатым блондинкам, которые обычно приходят сюда. Марианна не только красивая, как ты говоришь. К твоему сведению, она намного приятнее, ласковее, благороднее всех этих девиц, которых ты здесь видишь. Вы думаете, я этого не знаю? Да? Бери, бери. Я пошла. Иди, только возвращайся. Я хочу попросить ее выйти за меня замуж. Уверен? Дон Педро, я давно хочу на ней жениться, потому что Марианна – женщина моей жизни. Да что ты? Да, сеньор. Что случилось?
Почему у вас такие лица? Наверное, вы смеетесь над моим дурацким платьем, верно? Вообще-то это униформа. Ее одобрил и приказал пошить сам Игнасио Мартинес Агиара. Так что, если ты хочешь поссориться, поскандалить, то он вон там. Ты не сводишь глаз с этих женщин. Ты не понимаешь, что я ревную? Не будь глупой. Дорогой. Оставь ласки на потом, когда мы будем одни. Здесь моя семья, мои дети. Хорошо, я к тебе не прикасаюсь. Вот и не прикасайся. Только не говори со мной так. Не сердись. Я всего лишь хотела, чтобы ты увидел униформу девочек. Правда, у них красивая униформа? Униформа? Униформа. Это все, чего ты добилась в своей жизни? Педро! Педро! Слушаю, командир. Скажи девочкам, чтобы они шли на пляж. Я не хочу видеть здесь ни одного человека. Сейчас начнутся соревнования. Нет, Альберто, нет. Я тебя прогнала. Я попросила тебя уйти. И ты сказал, что ходил в бар выпить. А ты пошел туда. Ты сделал эту мерзость с моей дочерью. Нет, нет. Этот сеньор видел это? Он видел мою девочку. Такой? Альберто, что это? Что это? 3W. Жизнь. Бесчастной жизни. .com. Что это? Что это? Помогите, помогите. Хуан, помогите мне. Помогите. Хуан Карлос. Что случилось, сеньора Инес? Отведи меня туда, где есть компьютеры. В интернет-кафе? Идемте, я отведу. Отведи меня. Сеньора Росарио. У меня нет времени, нету. Дорогая, куда ты? Что случилось? Сообщить Бета? Или Мариане? Женат на пляже, на море и на всем, что подразумевает риск и приключения. Он капитан одной из команд, принимающих участие в соревнованиях. Кроме того, он 3 года подряд был лидером ежегодных соревнований. Давайте встретим бурными аплодисментами Серхио Мартинеса Алдане. Очень хорошо, Серхио. Тебе слово. Подруга, что это за пятна? Помолчи, Мерли. Ты не видишь, что Серхио будет говорить? Я хочу сказать, с позволения моих друзей, присутствующих здесь, что моя команда победит. Не так ли, ребята? И мы хотим посвятить эту победу нашим прекрасным матерям. А также красивым и мужественным венесуэльским женщинам. Подруга, он смотрит на тебя. А что ему смотреть на меня? Как настоящие латиноамериканки, они носят в себе частицу этого яркого солнца. Эта сила помогает им бороться за себя и всегда идти вперед. Они обаятельны, смелые и, главное, красивые. Он говорит не обо мне. И мне грустно. Ну, хватит.
Спасибо, дорогой. Видишь, там эта липучка. Какая хорошая невеста. Скучает по нему, целует. А что сделала я? Оцарапала его и отлупила, как ослица. Пусть звучит музыка. Бесчастной жизни. .com. Все в порядке, сеньора? Простите. Марианна, детка, Марианна. Что это, дочка? Боже. Подонок. Как ты мог втянуть в это мою дочь? Пресвятая Дева. Марианна, дорогая. Тот мужчина не сводит с тебя глаз. Который? Тот, который идет сюда. Что? Он идет сюда. А у тебя нет другой работы? Мне кажется, я тебя где-то видел. Мне знакомо твое лицо. Это не моя дочка. Нет, это не она. Я ее родила. Это не моя красивая дочка. Марианна, детка. Марианна, дорогая, что произошло? Что произошло? Дорогая моя девочка. Мне сказали, что ты здесь, Инесс. Как тебе этот клуб? Я не знал, что здесь предлагают так много услуг. Послушай, глупый старик, ты что себе вообразил? Не нарывайся, то ведь я могу и ответить. Все, Марианна, остынь, в чем дело? Мне это не нравится. У тебя и без того достаточно проблем. Не надо, прошу тебя. Ты слышала, что он сказал, что он знает меня? Забудь о слюнявом старике, идем. Сейчас же домой. Оставь меня, подонок, животное, оставь меня. Ой, животное, но я твой муж. И если я говорю «домой», значит «домой». Не трогай меня. Оставьте ее. Не твое дело. Боже мой. Сеньор. Раз молчать, два тихо. Я не пойду домой. Ты понял, проклятый? Я не пойду. Я больше не пойду домой. Помогите. Считаешь себя смелой? Да, я смелая. И что? Помогите. Ты меня убьешь, убей. Убей, подонок, убей меня. Но сначала я выцарапаю тебе глаза, потому что ты подсматривал за моей дочерью. Мерзавец. Он ее убьет. Он убьет ее. Убьет. Убьет. Помогите. Помогите. Кто-нибудь. Дорогой, постарайся, ты можешь. Правда, он красивый. Ты что мне сделала, идиотка? Ты за это заплатишь, Инесс. Клянусь, ты за это заплатишь. Что бы я тебе ни сделала, Альберто, даже если бы я убила тебя, я бы не смогла уничтожить зло, которое ты причинил мне, как женщине, как жене, как матери. Ничто не заставит меня забыть зло, которое ты причинил моей дочери. Ничто. Бросьте пистолет, сеньора. Сеньор, она не виновата. Бросьте пистолет. Бог не простит тебя. Идемте с нами, сеньора. Нет тебе прощения.
Посмотри, как хорошо он смотрится. Я избила такого мужчину, это ужасно. Кошмар. Спокойно, он понимает, почему ты это сделала. Ты защищалась, так что успокойся, все нормально. На этот раз тебе не выиграть. Слышал, Серхио? Посмотрим. Весла вверх. Давайте, ребята, быстрее, быстрее. А теперь вперед, команда. Ты видела, что он сделал? Что? Он победил. Победил, Серхио победил, Серхио победил. Успокойся. Бежим. И теперь ему вручают приз. Почему ты не станешь невестой моего брата Хосе Мигеля? Представляешь, мы бы были с тобой заловками. Это совсем другое. Я очень люблю Хосе Мигеля. Но когда я ложусь спать, мне снится только он. Если бы она не выстрелила, муж убил бы ее. Успокойтесь, у вас еще будет время дать показания. Ничего серьезного, мы отвезем его в ближайшую клинику. Он сможет прийти в полицию и дать показания. Идемте, сеньора. Отпустите меня. Сеньора, не осложняйте ситуацию. Теперь я тем более не оставлю дочь одну. Теперь тем более, подонок. Отпустите меня. Сеньора, пожалуйста. Отпустите. Сеньора. Ради бога, отпустите. Мама к телефону не подходит. В твоем доме тоже не отвечают. Давай сделаем вот что. Я через пляж схожу домой и узнаю, что там. Вдруг с ней что-то случилось. Да? Только окажи мне одну услугу. Отнеси это тому толстяку, а это тому пьяному парню. Что-то еще? Черт! Я поняла. Иди спокойно. Вон тому, ладно? Осторожно! Мариана? Ты правда себя хорошо чувствуешь? София, ты вся опухла. Посмотри на свою руку. Ну, посмотри. Видишь, Мерли? Я не верила, что у меня аллергия на клубнику. Нужно идти в медпункт. Куда? Зачем? В медпункт. А что случилось? Идем, я пойду с тобой. Идем, идем. Пойдем. Иван, принеси лед. Куда пришел сюда? Сюда? Да, ну, я уже в порядке. Возьми это, я принесу еще. Нет, 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 все хорошо. Да какой хорошо, ты синеешь. Задыхаешься? Нет, нет, нормально. Посинеет мое сердце, если вы будете держать меня. И кроме того, я заслужила этот удар мечом. Все, оставьте меня в покое, я в порядке. Что ты говоришь? И обращайся ко мне на «ты». Мы встретились не первый раз. Правда, в этом платье мокрое у меня на руках. Ты не такая, как утром, когда продаешь на улице цветы. И когда работаешь в клубе, Мария. Ты совсем другая. Это не Серхио? Что? Что случилось? Что с Серхио? Ничего, подруга. Мы еще не познакомились официально. Серхио Мартинес Алдана. Мариана? Мариана? Мариана, иди сюда.
Что случилось? У нас неприятности. В чем дело? Кажется, что-то случилось с твоей матерью. Что? Ее увезли в полицию. Больше я ничего не знаю, подруга. Я ничего не знаю. Как в полицию? Почему? Я учусь на юридическом. Если хотите, я могу помочь. И заодно извинюсь за удар мечом. Нет, 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 нет. Конечно, да. Я сам вас отвезу. Крестная, что случилось? Как мама оказалась в полиции? Марианна, я не могу объяснить, что произошло, но Бето ранен. Что? А твою маму? Почему ты не примешь предложение этих сеньоров? Пусть они нас отвезут, мы быстрее доберемся. Конечно, Иван, принеси мою одежду. Встретимся у выхода. Что? У выхода. Марианна, я схожу за твоей одеждой. Подожди меня, я сейчас. Быстрее, мы должны быть там как можно скорее. Марианна, не надо стыдиться. На то и нужны друзья. Да. Идем. Что ты собираешься делать? Не знаю. Пойду на стоянку и прыгну на капот машины. Но Серхио не уедет с этой официанткой. Пока мы дойдем, они уже уедут. Подумай. Мерли, ты не понимаешь, что он меня бортанул? Я забронировала номер в отеле, старалась, чтобы все было на высоте. Ты знаешь, Мерли, как для меня важен этот вечер. Завтра у нас помолвка. Какая помолвка? София, как ты можешь объявлять об этом завтра? Да, ты права. Помолвки не будет. Но когда-нибудь это произойдет, Мерли. Клянусь, это произойдет. Девочка моя. Что случилось? Почему ты стреляла в папу? Что случилось? Мамочка, расскажи. Больше никогда не называй его отцом. Послушай меня внимательно. Больше никогда, никогда в жизни не называй его отцом. Почему? Потому что я тебе запрещаю. Я не должна была выходить замуж за этого человека. Не должна была рожать ему сына. Не должна была доверять ему, дорогая. Я никогда не должна была приводить его в наш дом. Это моя вина. Я никогда не должна была позволять тебе любить его как отца. Не говори так. Да, дорогая, это моя вина. Это моя вина, дорогая. Я привела его в наш дом. Я привела его в нашу семью. Даже если бы я сейчас умерла, я бы не смогла искупить свою вину, не смогла бы исправить зло, которое я тебе причинила, зло, которое причинил этот человек тебе. Это был мой выбор. Я выбрала его твоим отцом, дорогая. Я виновата. Я виновата перед тобой. Марианна, прости меня. Это все моя вина. Но почему? Виновата в чем? Объясни, я ничего не понимаю. Объясни, ради бога. Дорогая, послушай меня. Послушай внимательно, девочка моя, послушай внимательно. Мужчина, которого я выбрала, за которого я вышла замуж, этот мужчина продает тебя как проститутку. Дорогая моя девочка. Если кто-то поднимется, я прыгну. Серхио! Серхио уехал, он поссорился с Софией, она очень расстроилась. Серхио безответственный. Он навредит моему бизнесу с отцом этой девушки. Друг, окажи мне услугу. Прекрати этот спектакль. Поэтому вы убежали из медпункта. Спокойно, София, я иду за тобой. Нет-нет, это моя обязанность. Я пойду. Давай-давай, только поторопись. Не приближайся. Ты мерзкая обезьяна. Не подходи ко мне. Хорошо, хорошо, я не подойду. Но давайте спустимся. Пожалуйста, идемте со мной. Прошу вас. Не приближайся. Если это грязное животное приблизится ко мне, я прыгну. Синьорита София, это не игра. Пожалуйста, идемте со мной. Пойдемте. Ты ко мне не прикоснешься. Серхио. Серхио. Осторожно, осторожно. Спускайся оттуда, София. Нет, 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 нет. Джонни, ты должен дать мне больше денег, потому что речь идет не о каком-то человеке. Речь идет о моей дочери. В чем дело? Ты считаешь, что этого мало? Но тогда тебе придется подождать, пока у меня будет весь материал. Мужчина, которого я выбрала, чтобы выйти за него замуж, продает тебя как проститутку. Значит, уже сегодня вечером я получу больше денег. Потому что благодаря тому, что со мной сделала ее глупая мать, вечером Марианна будет дома одна.
Грязная обезьяна. Ты ко мне не прикоснешься. Да, да, хорошо, я обезьяна, я до вас не дотронусь. Но, пожалуйста, давайте спустимся, обещаю. Я до вас не дотронусь. Я даже не заговорю с вами, но прошу вас, давайте спустимся вниз. Послушайте меня. Ты не смеешь прикасаться ко мне. Серхио. Серхио единственный может прикасаться ко мне. Я его. Серхио, я твоя. Вы выйдете замуж и будете очень счастливы. Но вы должны спуститься, потому что ни Серхио, ни остальные не хотят, чтобы вы чувствовали себя плохо. Мне неплохо, мне очень плохо. У меня кружится голова. У меня аллергия. Это катастрофа. Я чувствую, как на меня рушится мир. И я больше не могу. Не могу, Серхио. Нет. Мариана! Папа. Серхио? Ты должна исчезнуть. Ты должна уйти, детка. Это машина Серхио. Готово, босс. Спасибо. Иван, я знаю, что ты прав, но пойми меня. Я не успокоюсь, пока не узнаю, что с этой девушкой. Может, потому что она такого же возраста, как и моя сестра Ванесса, но уже сама зарабатывает себе на жизнь. Как бы то ни было, я хочу помочь ей. Насколько можно? Сегодня утром ты уже ввязался в драку из-за нее. И потом Серхио, мать твоей Марианиты, стреляла в ее отца. Именно поэтому, Иван. Представь, какой одинокой и безутешной она себя чувствует. В этот момент. Что с ней? Представляешь? Спаси меня. Спаси меня. На русский язык фильм озвучен по заказу ТНТ в 2006 году. Si no lo grito, muero. Te he dicho ya que te...